Предыстория следующая. Один мужик сильно пил. Кодировали его, торпедировали, цепями к батарее приковывали. Но он цепи пригрызал и напивался. И тут его жена узнает, что какая-то старушка продает лекарство от пьянства. Делает какой-то отвар на водяной бане, на дубовой коре. В общем, там свой рецепт. Она пришла к старушке, попросила продать лекарство. Старушка согласилась, но она уже была старенькая, немножко подслеповатая, поэтому слегка перепутала. И вместо лекарства от пьянства выкатила ей бидон чистого спирта. Жена прикатила бидон домой, подписала лекарство от пьянства. И начала лечить мужа от алкоголизма. На 10-й день лечения муж выглядел примерно так. Я полностью победил алкоголизм. Тяга к спиртному прошла абсолютно. Плю лекарства, как прописали. 4 стакана в день. До еды. И 5 после. И 6 на ночь. Вы не поверите, желание выпить отсутствует полностью. Я думал, лекарство будет противное. Нет! Очень приятный вкус. Что-то напоминает. Жена мне говорит, я думала, ты не захочешь лечиться, придется тебя заставлять. А ты молодец! Уже в 6 утра бежишь с ковшиком, только слюни капают. Я говорю, это потому, что я ненавижу этот проклятый алкоголизм. Горел синим пламенем. Кстати, лекарство хорошо горит синим пламенем. Одного не могу понять, почему ко мне, абсолютно трезвому человеку, стала приходить белка. Я говорю, что ты приперла, скотина рыжая? Я не пью. Она жжет, как лошадь. Соседка узнала, что я пить бросил, попросила с мужем поговорить, чтобы он тоже бросил. Ну, я пришел, позвонил в дверь, открыл муж в трусах на голове. Ну, пьяный. Я ему говорю, как тебе не стыдно пить? Ты алкоголик! Ладно, говорю, у меня есть лекарство, оно тебе живо поставит на ноги. Мы лечились 3 дня. На 4-й день он не только встал на ноги, но и на руки. И с тех пор так и ходит. И даже спит. Не, лекарство отличное. Заметил, что чем больше пью лекарства, тем жена становится все красивее и красивее. Даже теща как-то похорошела. Как ей идут эти кокетливые усики. До плеч. Я раньше, когда пил, у меня всегда галлюцинации были. А сейчас не пью и никаких галлюцинаций. И даже вот этот бобер в зеленых шортах. Ну, вон он стоит. Он мне говорит, Гена, ты молодец, что ты бухать перестал, а то б тебе всякая фигня мерещила. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что не говорил. По 5 раз одно и то же повторял.
Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что не говорил. По 5 раз одно и то же просто я. А! Вспомнил, что хотел сказать. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что я не говорил. Я как заново жить начал. Пьяного человека ж только водка интересует. Он меня вчера на музыку подтянуло. Весь вечер на баяне играл. Тут теща. Зачем ты разогнул батарею? Занялся здоровьем. Вышел на балкон с голым торсом. Делал приседания, круговые движения тазом. Народу собралось куча. Пальцами меня тычут, фигура моей любуется. Тут теща опять говорит, как тебе не стыдно, ты хоть бы трусы надел. На Новый год нарядился Дедом Морозом, пел, танцевал, хороводы водил. Тут теща. Я говорю, с Новым годом, Лидия Васильевна. Она говорит, какой Новый год, придурок? Только 15 июня. Что ты вертишься вокруг кактуса в моем банном халате? Вчера всю посуду помыл щеткой. Теща опять недовольна. Зачем ты моешь посуду в унитазе? Что ты ее трешь унитазным ёршиком? Вплоть до того, что с этой посудой не жрет. Даже жене пожаловалась. Говорит, Галя, что-то у меня такое ощущение, что у нас втихаря поддает. Жена говорит, да не может этого быть. Он везде на моих глазах только лекарства пьет. Ну, пошли они, попробовали лекарства. В общем, сейчас мы лечимся всей семьей. Жена поет, теща играет на шотландской волынке, дует в кружку эсмарха. В общем, живем в полной гармонии. Единственный минус, в туалете долго сидеть не могу. Теща ломится, Гена, вставай, мне надо посуду помыть. Так что, граждане алкоголики, не теряйте надежды, и вы сможете стать таким же респектабельным и серьезным, как я. Все на лечение.